Серьезное ДТП произошло в Уфе на улице Сипайловской. По словам очевидцев, столкнулись два попутных автомобиля – «Лада Приора» и «Лада Калина». От удара «Калина» вылетела в кювет, а «Приора» врезалась в электроопору. Как сообщили в пресс-службе МВД ПРБ, водитель «Калины» госпитализирован, второй автомобилист не пострадал. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, сообщает сайт pruufu.ru. Еще одна серьезная авария произошла в микрорайоне Сипайлово. На улице маршала Жукова возле озера Кашкадат столкнулись три автомобиля – «Лада Приора», «Рено» и «Део Матис». По словам очевидцев, отечественная машина хотела перестроиться на крайнюю левую полосу, но вышло так, что оказалась на встречке и зацепила «Рено». Из-за этого на улице образовалась огромная пробка, сообщает сайт pruufu.ru.